Здравствуйте, дорогие мои! С вами передача «Лаврские встречи» и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях группа «Атриум». Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие. Это у нас вторая передача уже с вами. Мы закончили на латинской песне Григория Двоеслова. А теперь вот... Расскажите вот об этой песне, которую только что исполнили, которая называется «Друзья». Она, музыка была написана в лодке. Там мы сидели с другом, не с Лешей, а с другим вот так вот. Я играл, а он аккорды ставил. Ну и пел вот этот вот вокалист. Вот. И такой, кажется, очень детский текст, но
Мы четыре строчки тогда придумали. А вот она всегда была такая песня для того, чтобы на концертах сыграть барабанное соло и гитарное соло. Вот. Но надо было придумать ее подальше. И еще публика часто очень любит петь, вот подпевать вот это «Воу-воу». Мы просим, и все поют очень весело. А потом Алексей нашел продолжение, еще два куплета. Добавили стихи архиепископа Иоанна Шаховского. Как раз песня «Баллада о дружбе» называется. Mm-hmm. И достаточно хорошо и органично легло. Да, но только когда мы пели «И вот мы гуляем свободно», в колонии, в ИК-6, в Купчино, немножко было смущение у нас такое. И вот мы гуляем свободно. Ну, сначала мы начали играть. Да, и мы такие, упс, а у нас же люди тут в заключении. Такой забавный случай был. Но они хорошо так отреагировали. Они спели литургию, во-первых, с нами. Да. Мы там еще в храме поем просто. Это был такой... Вы можете на клиросе петь, да? Тоже? Да, мы ездим по разным и приходам. И понамарить, и читать все можете, да? Да. Алексей, выпускник Духовной Академии, все и может. И вот у нас как раз при храме святителя Петра, митрополита Московского, есть такая общая литургия. В субботу всем приходам мы поем. Вот. То есть поют... Обиход или что? Можно сказать, и обиход, и какие-то моменты знаменные, и византийские. То есть вы заранее собираетесь? Да, готовите, мы уже да? давно поем. Уже я тоже так хочу. Где-то приглашайте, мы покажем. Где-то около года все прихожане рады. У нас есть распечатки, мы всем раздаем, и все просто поют, и все участвуют. И уже нет такой возможности впасть в какое-то забытие. Литургический сон. Уже приходится участвовать, молиться. Да, и это настолько нас объединяет. Вот мы уже не первый раз проводим такую общегородскую литургию для миссионеров и молодежных активистов, которые при нашем молодежном отделе Санкт-Петербургской епархии занимаются добровольчеством, проповедуют, которые помогают и организовывают массовые мероприятия, там и в оцеплении участвуют, и в проповеди, и в разъяснении, какой праздник или святыню какую-то привезли. И вот как раз вот регулярно у нас проходят такие литургии по субботам, раз в месяц, когда мы все собираемся, молимся, это настолько вот сплочает. И а где это происходит-то? Вот в храме. Вот в храме как раз. А какой-то день раз в месяц? В субботу. В субботу. Ну, мы выбираем... Последний суббота? Нет, мы выбираем, когда мы не в отъезде, потому что мы часто или гастролируем, или где-то с миссионерскими акциями по приглашению бываем, поэтому... То есть вы сейчас востребуемы, да? Вообще, на самом деле, вот все лето забито в день по концерта по два даже у нас иногда бывает. Вот в тему друзей. А в плане благослужения у нас еще есть такой молебен о заблудших. То есть о тех, кто был в церкви православной, но по каким-то причинам ушел в какую-то секту. Ну, как был православным, номинально был православным. Ну, понятно. Крещен, скажем так. И в детстве крестили, и не спросили. Это обычная формулировка. Вот. И поэтому это еще одно наше направление – миссионерской работы. Работа вот с сектами и сектантами. И, кстати говоря, вот со всей страны пишут. Сейчас, наверное, если на Союзе объявим, еще больше будут писать. Да, мы просто сделали открытый доступ. Да, в группе ВКонтакте «Центр Атриум», если забьете в Яндексе. У нас две группы. «Центр Атриум» и группа «Атриум». Вот если забить, то сразу выйдет. У нас есть там обсуждение. Люди пишут открыто имена тех, кто вот ушел в какую-либо секту. Или отпал от православия. И вот мы на молебне всех поминаем, кого нам туда записывают. Поэтому, дорогие друзья, вы тоже можете писать. Нам вот мы с вами молиться. Участвовали еще... Ставрос делал конференцию, да. А в этом году вы едете? Да, обязательно. Да. Делаем концерт и рассказываем про миссию. Мы когда сделали открытым вот этот вот список, доступ,
то в один вечер там сколько 600, наверное, имен появилось. 600, да, ну, люди имеют такую боль и сразу же пишут, чтобы помолились о их, может быть, родственниках или знакомых, или друзьях каких-то. Попавших, да. Да, реально вот к нам пришли люди из сект тоже они. Ну вот одна девочка из баптизма там обратилась. Вот. И еще там на Пасху случилось это такое... Подарок нам. Да. И, такое событие. И получается, интересное. Что вот почему это все вообще нас приводит в движение? Потому что чувствуется реально духовно, когда первый раз стоишь, смотришь на человека, который первый раз на исповеди кается, вот оживает эта строчка из Писания, что... Все небеса будут ликовать об одном кающемся грешнике. И мы даже если в одиночестве в пустом храме стоим, и вот один человек такой пришел, то мы чувствуем, как все небо вместе с нами, и в нашем сердце вот это поселяется радость. И, конечно, это нас сподвигает на новые и новые такие действия, на разное развитие. Вот это заблудшая овца. У меня в храме тоже несколько таких человек. Мне присылают. Вот. И Ставрос вам присылает. Да. По секрету. Да, молодцы. Уже венчались, вот недавно пара даже венчалась. Слава Богу. Значит, ну, следующая песня. Потом мы... Жалко, что как музыки раз, будет мало. Как раз-таки песня-то миссионерская. Хоть да? и стихи написаны Николаем Гумилевым, тогда, наверное, не очень была популярна миссия в те времена. Вот Николай Японский сетует об этом, говорит, еще 100 лет пройдет, как в наших семинариях озаботятся идеи проповеди во всем мире. Ну вот 100 лет прошло, не знаю, озаботились или нет, надо посмотреть. А Николай Гумилев написал стихотворение о призвании первых апостолов. Да, это как раз очень интересное тоже стихотворение его. Ну, послушаем. Что разовеет
мучит выбор, что пленительней чудес. Идут пастух и рыбарь за Создателем небес. Я тоже хочу спеть песни. Я почему-то вспомнил, посмотрел на вас. Мне вспомнились молодые годы. Группа у меня была. Я еще искал Бога на самом деле. И вот так эта песня, она, можно сказать, человека, который ищет Бога. И если бы я встретил вас в то время, понимаете, тогда этого не было. Было поздно, где-то пели, кто-то плакал без надрыва. Слава Богу, все успели, скоро будет край обрыва. Осознали, жили сложно, жили ночью, жили вечно и отнюдь неосторожно, а беспечно. Оправдывать умели, так хотелось быть слепыми. Много пили, мало ели, разговорами пустыми разгоняли безысходность и тоску, что в ночь врывалась. Что нам делать оставалось? Что нам делать оставалось? Делать оставалось, что нам делать оставалось, что нам делать оставалось. Песня человека, который ищет, и вот ему нужно, вот, и вот куда ему пойти. Что сейчас молодежи, где в интернете всего? Нажми только в один клик, и ты в такую яму, в омут. А у людей еще нестабильно держится, нет стержня, нет такой, ну, камня, на который опереться. И вот, конечно, удобно впасть в грех, удобно плоть свою послушать, и дух слаб, тело немощно. Вот, поддержка сейчас нужна молодежи, нужны реальные, живые какие-то вот такие струи, волны, подключаться нужно.
молодежные движения православные. Сейчас это все работает, конечно. Вот, но это надо все усиливать. Я знаю, что молодежь ищет. Потому что я все время говорю, ищите духовного здоровья. Ищите общество, где есть духовное здоровье. Когда меня спрашивают молодежь, батюшка, куда, что идти? Ищите, где вот люди, у которых... Вот, ну, это в храме или при храме, да, или в каких-то молодежных образованиях, миссионерских таких. Так что я считаю, что ваша деятельность, ну, наверное, не только я, очень необходима сейчас. Как раз вот песня следующая о том, как не опоздать, а точнее она называется «Чтобы успеть». Такая же, можно сказать, трудная молодежь написала. Вот. Да. Это тоже, да, перекликается с вашей песней. Это некий поиск такой. Mm. Называется она «Вершина». Вот, о том, как человек все время стремится достичь чего-то. Достичь, может быть, какого-то предела. Mm-hmm. Ну, понятно, что душа человеческая, она безгранична. Ее нельзя так напитать просто так, чем угодно. И вот человек пробует и то, и это, и все, и оказывается у разбитого корыта. Вот. И тогда, наконец-то он понимает, что кроме Бога эту дыру в сердце никто не может заполнить. Да, и как раз второе название «Чтобы успеть». И у нас даже родилась такая аллегория, перефраз о том, что... Один участник, флейтист. Он, да, наш флейтист, он придумал, говорит, что... успеть, не, что успе, успение. Успе, о, это успеть. Чтобы успеть, чтобы нам успеть, как не Богородица, умереть, да, не успела. Вот. То есть есть праздник успения Божией Матери. Да, вот и есть православное понимание перехода в иную жизнь. Мы все призваны не к смерти, а к успению. Дорогу.
Спаси, Господи, очень такая проникновенная песня, действительно заставляет задуматься. Что бы вы хотели вот пожелать молодежи? Мне хотелось, вот как молодые люди своим сверстникам или кто помоложе, в общем, которые сейчас еще вот на распутьях дорог стоят, которые выбор свой делают, что бы вы им пожелали? Вы же сами прошли это все практически. Да, мы как раз тоже не сразу пришли к Богу, совсем не с детства. И поэтому хотелось бы пожелать, как говорил мой учитель, хирург, вот я работал в больнице, он говорил, что необходимо постоянно задавать вопросы, все время задавать еще и еще, проникать во что-то. И самый главный вопрос, что есть истина? То есть человеку молодому необходимо искать эту истину. А истина, она всего одна. И это Христос. Вот мы желаем, чтобы молодежь пришла ко Христу, обрела его, взяла за руку и уже по жизни шла вместе с ним. И, конечно, необходимо служить Богу, не обязательно в сане, а можно служить, помогая нуждающимся, также можно служить, проповедуя Слово Божие. И вот тогда мы переполняемся дарами Святого Духа, мы чувствуем реально живого Бога в себе. Божьей помощью вам. Держитесь. Спасибо большое. И творческих успехов, новых песен, проникновенных, которые били бы в самую точку. На этом, дорогие мои, передача наша закончена. С вами был я, священник Анатолий Першин, и группа «Атриум». Божья всем помощи, ангел-хранителя на всех вас.